что группа прошла. Вот, это как раз путь, так вот далеко он от нас, где-то, я не знаю, сколько метров. Ну, до них там точно не дойти. Это легкий путь для практически всех туристов, которые сюда приезжают. Мы идем с другой стороны, как и особенные туристы, желающие испытать трудности. Это я про себя. Питающая про приключения, вечно их находящая я. Не, здорово, мне нравится, тут никого нет зато. Никто гуськом не идет. Вот, знаешь, что плохо вот на таких турах? Что все, вот они, видишь, все кучкой идут. Видишь, вон их там много. И все гуськом друг за дружкой идут. Так. Потом в САП возвращаются. А мы боимся трудностей. Правильно? Очень красиво здесь. Ну да, вот это они и есть, да. Что? А, мавзолей. Ну да, но их и много, да, поэтому... Не, я всегда вот... На самом деле я не жалею никогда, когда беру маршрут вдали от туристических. Я всегда, в общем-то, такие ищу, и если, допустим, едем в туристическое место, как САПа, САП это вообще... Здесь очень много туристов всегда. И надо было выбрать такой маршрут, чтобы пройти... Не там, где идут все. Ну, не знаю, это мне по жизни, мне этот бзик еще со школы, наверное, имя откладывает. Я всю жизнь была Анфиса, всю жизнь была одна, в школе одна, вы в училище одна, в институте одна. И лучше я всегда... Нет, лучше я не стремилась никогда быть, кстати. Вот насчет перфекционизма у меня болезни этой нету. Но я всегда была единственной, я всегда была узнаваемой. Меня, если школа, то знала меня, знали меня все. Вот, в училище также, в институте. Поэтому у меня как-то наложилось с детства, что мне надо быть что-то вот не такое, как у всех. Вот надо все то, что-то не так, как у всех. И вот я всегда это в голове держу, специально не делаю. Но как бы вот когда маршруты подбираю, там раз, мне это показалось интересным, вот это показалось интересным. И в итоге получается, что не как у всех. Ну, мне всегда нравится, да? Пойдем. Что ты смеешься? Тебе тоже везет. У меня муж так что-то подустал уже. Готов меня это самое черное мне устроить за такой маршрут. Ну, не знаю. Вот смотри, вот опять идут, смотри, видишь, гуськом. Ну, не то это, Вась. Ну, согласись, ну, что хорошего-то? Даже несмотря что они на то, что они на расстоянии все равно идут, все равно кучками. А вон там, смотри, вот внизу идут, видишь? Ну вот по той же горе они там. Наш гид вообще супер, молодец. Я прям вот ее подговорила, чтобы она не как у людей. Yeah. Wonderful, we like it. We like that everybody there, but we are here. Yeah. But we will. Will we have a chance to go there? No. Yeah. I said, can we go there too or not? If you want, we can go there. Today or tomorrow? Today. Смотри, если хочешь, мы там тоже можем пройти. But like, if we go there. We can see like these people, but if we go this way, so we don't see these people. We only see them in the lunch place. But like this way, we go down there. It's also nice view. Okay, so where is the best view? There or here? Beautiful view. I don't know. Maybe it's the same. Okay. Yeah. Yes, but like, I show you. Uh-huh. Okay, okay. Over there is the easy way. Uh-huh. And it's just like road like here. Uh-huh. But if we go this side, uh-huh, we go there's not high. Uh-huh. Yeah, okay. Yeah. And follow the small river. Yeah. Okay, it's better. Она говорит, что я сказала, что может там. Почему там все ходят? Может, там красиво? Может, мы тоже тогда часть пути там пробежимся сегодня? Она говорит, так а хотите, можно и там пройтись.
Ну, там мы будем вот со всеми, да? Либо мы сейчас пойдем по маленькой тропинке, не по такой дороге, как вот они там ходят, да, большая дорога, а маленькая тропинка будет, и мы там через реку пройдем. Ну, наконец-то ты согласен. У меня муж согласен. У-у-у, да. Молодец.